Воплотить свои идеи проще, чем кажется. Главное – не бояться заявить о себе, грамотно преподнести свою задумку и заручиться поддержкой. Акселератор проектов Нижегородской области – площадка, на которой эксперты Росмолодежи, молодежного центра «Высота» и Саровского технопарка «Кванториум» поделились с саровчанами опытом и знаниями. В протяжении 2 месяцев мы ездим по различным муниципалитетам и рассказываем молодежи о социальном проектировании, о том, каким образом можно превратить свои идеи в гранты, превратить свои идеи в проекты, чтобы иметь возможность реализовывать мероприятия, развивать в том числе и молодежную политику в своих муниципальных округах. В городе Саров есть и федеральный эксперт-наставник Елена Севцова, которая активно пропагандирует всю эту историю. Есть и региональные наставники, и амбассадоры, которые помогают нам в том числе здесь реализовывать наши проекты, наши мероприятия. И надеемся, что в том числе сейчас мы сможем как можно больше молодежи заинтересовать, хотя победители на саровской земле уже действительно есть, присутствуют и реализовывают свои проекты. Федеральные эксперты Росмолодежи в формате лекции рассказали опытным лидерам о том, как правильно писать проекты, как не допускать частые ошибки, как грамотно распоряжаться финансированием. Для начинающих активистов, школьников и студентов организовали интерактивные станции. Наша задача с ребятами, с которыми я сегодня пришел на помощь, помочь детям как бы более подробно, более ясно, более, так скажем, на практике понять, что такое гранты, что нужно для проектирования, какие средства нужно вкладывать в ту или иную ситуацию, как нужно правильно планировать ту же самую смету. Веревочный курс, как в обычном лагере, это взаимодействие детей, подростков для их большего как бы командообразования и работы в команде. На последней станции участники могли составить свою карту желаний, планов и целей на ближайшее будущее. Все желающие попробовали себя в программировании. Меня заинтересовал робот, которому можно писать коды, потому что, во-первых, у меня был такой же в детстве, но там не было таких же функций, которые есть здесь. И, во-вторых, мне очень нравится писать коды, я хочу, наверное, попробовать себя в будущем в этой сфере. В финале мероприятия прошел хакатон, на котором участники проработали свои проекты с учетом полученных знаний и навыков. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.